Всем привет, с вами Горные Вершины, меня зовут Андрей, и сегодня я вам расскажу и покажу, как и зачем скручивать пружину на горнолыжных креплениях. Пружина в горнолыжных креплениях скручивается для того, чтобы летом лыжи хранились и пружина не была в напряжении. Пружина скручивается как на голове крепления, так и на пятке. Важный момент, если вы не знаете, ли вам лыжи на сервисе настраивали, вас вообще не интересует, нужно обязательно запомнить то значение, которое стоит на креплениях, на голове и на пятке. Вот тут есть две шкалы. Если не можете запомнить, возьмите смартфон, сфотографируйте, сохраните где-то все в важных фотографиях. Берем отвертку, в зависимости от того, какой здесь болт у нас, под шлиц или под крест. Как правило, это под крест. Значит, поднимаем вот здесь пятку. Таким вот образом. И отверткой, вставляя торца, выкручиваем пружину до упора. В голове делаем то же самое. Все, собственно, пружина у нас скручена. Опускаем пятку вперед. Понятно, что эту процедуру нужно сделать на обоих лыжах. И очень важный момент. Когда вы поедете кататься, не забудьте, что у вас крепление скручено. Поставьте то значение, которое у вас было до того, как вы скрутили пружину ноги. Катайтесь с удовольствием, ухаживайте за своими лыжами правильно, и они вам будут служить долго и счастливо.